Итак, друзья, снова приветствую вас на своем канале. Мы продолжаем прохождение игры Medieval 2 Total War за Русь. Тут вот у меня припасен подарочек для Папы Римского. А он, кстати, тут сам. Сам здесь. Ну, давайте долбанем его. Отлично. Вам не место в этих водах. Так, у них тут войска. На них тут войска. Куда бы нам отойти? К Милану? На корабль не вариант. На корабль не вариант. А, кстати, пушку-то возьмем с собой, правильно? Пушку возьмем. Если мы сюда отойдем, умри, язычник! Не дойдут. Если сюда... Назовите место, где мы вступим в бой. Ну, тут как бы грех не дойти. Так, ладно. Займемся починочкой. Церквушечкой и порядок. В прошлый раз я тщеславно подумал то, что захвачу Алжир. И естественно я этого не сделал. Да. Так, опа, отлично. Естественно я этого не сделал. Потому что... проиграл. Понадеялся на свои возможности, на свои войска. Нашли? А теперь попробуйте поймать. Вот так. Угу. У венецианцев очень много войск. Очень много войск. В Вене что-то бунтовать хотят. Так, преградим вам дорогу опять. Нам просто необходимо захватить Будапешт. Захватить, а потом удержать Будапешт, да? Вот в чем дела. Все войска, которые только можем, приводим туда. Что? Доход всего 4800? Маловато. Очень. Очень-очень маловато. Так, отошла монгольская армия. Мы ее догоняем и видим, что нам не хватает. Собственно, войск, да, не хватает. Так. Ага. Не дойду. Так, сейчас подумаю, что мне сделать. Так. Вот, надо Каир. Каир захватить. Блин, не с той стороны. Так, допустим. Фух. Еще раз. О, хвала всем богам. Назовите, как пал Египет. Наконец-таки повержена эта держава. Правда, есть один минус. У нас здесь чума. У нас тут чума. И это плохо. Чего я не могу строить? Раньше можно было.
Или русские тут не могут строить, не понимаю, как бы. В Багдаде тут нельзя строить. Странные дела творятся. Так, Масул надо улучшать, потому что скоро Тимуриды уже заявятся. Здесь тоже делаем улучшение. Так, так. Надо найти еретиков. Они где-то тут должны быть. А может, они тут? Вот. Так, пойдем. Ну нет, туда навряд ли он бы пошел, правильно? Тут такая обширная область так-то. Надо лазутчикам посмотреть, есть ли еще. По-моему, там их было 3. Или 2. Так, принцесса. Перемирие. Твердый отказ. На, мне не жаль. Мне, в принципе, похрен. Так, что-то у нас тут подошел. Хочешь получить, да? Хан Кукан. Кулакан. Ну, почти. Так, так. Мне вот бы только попасть в эту точечку. Давайте поддержим вас в осаде. Тем более, там всего лишь 3 хода. Надо подождать. Мне не сложно, вам не сложно. Никому не сложно, в принципе. Да. Так, что тут у нас? Стрелковое ополчение. Давайте попробуем. Попробовали, не получилось полководца получить. Они на вес золота всегда. Всегда на вес золота. Так, мастерскую лука хз зачем, но сделаем. Так. Тут у нас... А, это на подмогу, да? Это на подмогу. Ну, пусть сюда на подмогу тогда тоже пойдет. Тоже надо. Хотя и сюда тоже надо. Повсюду надо. Подмога нужна. Промах, понижение характеристик. А, нет, повышение. Жестоким стал наш правитель. Очень жесток. Плохой, плохой. Человек. Давайте начинаем нанимать солдат. С испанцами нейтралитет. Надеюсь, они мне не помешают с англичанами здесь свои разборки устроить. 15 православия. Здесь 32. Сажайтесь или убирайтесь. Так, большой английский флот, большой-большой английский флот. Ладно, давайте сюда и сделаем свой большой русский флот. Так сказать, наша ответочка Западу, ага. Хорошо, что в игре она сработает. Так, хлебный рынок. В Константинополе чума. Надо, значит, делать поля. Поля, повсюду делаем поля, чтобы у нас население
выросла потом вновь. Ну, тут рынок можно сделать, тут склад. Тут тоже рыночек, все дела. Нифига себе, что-то много где. У меня чума. Такое ощущение, как будто это коснется только мою державу. Тут нет. Нет. Здесь есть. Нет. Есть. Есть. Здесь есть. Ну да, в принципе, она уже с Италии началась. Черная смерть. Только она за один ход распространилась на очень обширную территорию. Кстати, шотландцы с англичанами даже не воюют. Это интересно. Так, 4000 у меня осталось, да? Ну и здесь давайте поле сделаем. Чего бы нет. Поход на Италию, да? Собственно, давайте сделаем поход на Италию. Тут войска вспомогательные у нас будут. Ага. Ладно, давайте пропустим ход. Так. Ой, Нюрнберг. Блин. Его надо защищать. Его надо будет защищать. Да, ребята. Нападите на Рязань, нападите. Потом захватите, и я вас там перережу всех. Хулегу. Галич можно захватить, если бы у меня были пушки. Рукотворное пекло. В Швеции был открыт новый способ обработки железа, распространившийся затем по всей Западной Европе. Были построены высокие печи, воздух в которых нагнетался специальными воздуходувными машинами, которые приводились в движение водяной силой мельничных колес. Температура в печах была столь высокой, что они извергали реки расплавленного металла. Распространение черной чумы. Так, Загреб, вот Вена. Вена меня интересует. Поселение. Зуб умер, да. Понятно. Ну, собственно, черная смерть ослабила только меня, судя по всему. Опять я в минусах. Так. И пушечку сюда подведем. Хотя, может, мы сюда все войска подведем. Не, не все. Открыты ворота, так что можно спокойно нападать. А деньги теперь на вес золота. Ну, деньги и так на вес золота. Деньги это золото и серебро. И медь. Я
а жажду честного так, боя, Генуя, мой благородный да? враг. Генуя. А мы в Марсель двинем. Хотя у него тут могут быть войска. Ладно. Уж ничего не поделаешь. Распускаем флот. А, зуб еще живой. Я его выведу. Все же. Надо тут оставлять гарнизон. Не знаю. Вот черная чума случилась из-за монгол. Как бы сейчас я особо не дал монголам разгуляться, не дал им закидать. Ну как, дал закидать кафу, да? Вот этими всякими трупами коров чумными. Но прикол-то в том, то, что итальянцы туда не приплыли, правильно? Значит, как бы о какой чуме может идти речь? Появится же она сама по себе. Умри, язычник! Так. Отлично. Задерживаем как можем. Пять ходов. Еще у меня есть мушкетёры. Так, пушки нет. Пушки у меня нет. Пушки нет, но ее можно отправить, и только вот так она дойдет. В Киеве нету войск. Можно по-быстренькому до Киева дойти. Попытаемся дойти до него. Сарки в осаде. Ну, нам надо уходить, бьют. Так. Есть у нас здесь помощники. Везде чума. И хуже всего, что везде она у меня. Так, ну и за Алжира мы можем уже в Испанию где-нибудь высадиться, да? По идее. Лучше всего добить сицилийцев. Хотите что-нибудь купить? Ах да, Нюрнберг у меня под угрозой. Вот еще что. А
принципе, если я этими войсками, допустим, нападу на Нюрнберг, отобью ли я его? Надо попробовать. Не попробуем, не узнаем. Хорваты и крестьяне. Нет, блин, это какой-то бред. Так, тут чумы пока нету. Тогда остаемся в городе. Здесь. Уходим из города. Так, тут у нас потихоньку там. Хотите отдать мне приказ? Потихоньку осада продолжается. Давайте. Давайте дальше. Посмотрим, что же будет с нашим государством. Девяносто человек всего лишь убили. А вот и флот англичан подъехал, весь мой вырезал. Да ну. Разом при том. Не сказать, что он при том намного сильнее моего был, то есть как бы так. Сильнее, конечно, но процентов на 30 там, может на 50. Но не так, как они показали, что он прямо сдох сразу. Яс, гильдия купцов. Если у меня будут деньги, то я, конечно, ее возьму. Черная смерть. Смотрите, сколько городов задействовано. Все. Блин, почти. Действительно, до хрена городов. Назовите место, где мы вступим в бой. Венецию, кстати, можно захватить. Только мне нужны деньги. Деньги. Тут не хочу сильно войсками. Я просто даже согласен говорить на вашем варварском языке. Нет, тут придется по-нормальному. По-другому не выйдет. Решил, что тебя надо бы убить. Вот это уж точно. Так и убийца. О, надо убить другого убийцу. Что же, Неаполь, выведем отсюда войска, выведем. Хотите исправить свои ошибки? Где бы мне взять денег? Можно поотменять строительство, да? Давайте так и сделаем, ладно? Так, и кого мы туда посадим? Конечно, крестьян. Советник Джакобо. Придется брать их из моря. Так, а что насчет Нюрнберга? Возьмем их тоже в осаду.
и пошлем на помощь наши войска. Только здесь укрепимся, чтобы они не смогли нас догнать. Так, ну, более-менее нормально получается. А вот теперь можно взять Рязань в осаду. В осаду всеми войсками. Один к двум. Хреновенько. Но ничего не поделаешь. Так, трудно мне добежать до туда, будет трудно. Одного полководца надо сюда отправить. И давайте вот тут встанем. Будем угрожать Галичу. Ах, чума и до сюда дошла, да? Что ж, тогда выйдем отсюда. Выйдем и пойдем на Киев. Так, ага, вроде везде походил. Разбойников надо уничтожать, чтобы наша экономика не была в таком большом упадке. Так, убийцу давайте сюда пошлем. Тут тоже чума. Да, тоже чума. Ладно, пропуск входа. Невероятно. А, гильдия. Гильдия купцов. Что ж, гильдию купцов мне надо. Надо взять. Ясно, да? Хорошо. Так, ну у меня вроде и на купца тогда хватит денег, да. Вена взбунтовалась. Неприятно. Да ладно. Одним отрядом. Один к двум, один к двум. А почему один к двум? Они же нападают. Допустим, если я отступлю. А тогда он выйдет. Дошел до сюда. Далеко бегаешь. На откуда? Откуда у тебя там войска появились? Ну, допустим. Вот этот полководец там. Так, конец черной смерти, да? Конец-то конец, но почему-то все только хуже. Так. Перекупка. Не, ладно, здесь возвращаемся на торговлю. Вот откуда эта армия появилась? Просто типа здорово и все. И
Я понимаю то, что он ее перевез, но как бы тут ничего нигде не было. Ладно, ребята, на этом завершаю я прохождение. Точнее, это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте это видео. Всем удачи и до новых встреч!